Снимок сайта объявлений прислал подписчик в телеграм-бот ЮВТ-24. На них билеты на игры местной хоккейной команды. Продавцы предлагают их от 800 рублей до 1200, в то время как официально они стоят 500-550 в зависимости от места. Были факты, что покупают по одной цене перекупщики билет на хоккей, перепродают дороже. Вы с этим сталкивались? Впервые слышу, не знаю. Встретить тех, кто лично покупал билеты через третьих лиц, нам удалось. Только продажа была в другом городе. Да, был. Это был в Казани. А как вы в Альметьевске покупаете билеты? Обычно, в входе. Заранее. Чтобы узнать, возможно ли купить большое количество билетов для перепродажи, мы обратились к представителю хоккейного клуба. Он сообщил, что приобрести больше двух в одни руки не получится. Но, как предположил представитель клуба, покупает несколько человек, договорившись заранее. И затем перепродают дороже. Если верить официальным продавцам билетов, то на сайтах их уже нет. Получается, что механизма, который мог бы повлиять на скупщиков, к сожалению, тоже нет. Единственная возможность купить билет по реальной цене – оказаться у кассы раньше них. Елена Бауэр, Антон Николаев, новости Юго-Востока.